Вот Святая София, теперь мечеть. Многих это пугает. Говорят, в Турции идет исламизация, ай-яй-яй, не надо нам, русским, сюда ехать. Но вот что мне пишут мусульмане российские, что сейчас в массовом порядке их депортируют из Турции. Вылетает человек, например, в Дубай. А по возвращении в Стамбул его уже не пускают в Турцию и депортируют. Хотя у него здесь, в Турции, вид на жительство. У другого человека две квартиры куплены. Мусульманин из России, из Дагестана. Тоже депортируют. А вот один человек прилетел из Мекки. Его заставили разблокировать телефон, проверили все его номера, соцсети, чем он интересуется, но выпустили. И ко мне прям обращаются мусульмане, говорят: «Глеб, это беспредел, так нельзя, мы тут живем, у нас тут дети». Ребята, вы чувствуете, где исламизация? Нет. Есть баланс интересов между разными силами, и такую политику проводит руководство Турции.